Работа по рекультивации свалок на территории Тверской области, а также по совершенствованию системы сбора твердых коммунальных отходов в текущем году продолжится. Об этом, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного собрания региона, заявил губернатор Игорь Руденя. При этом на территории Верхневолжья нельзя допустить создание бизнеса по переработке ТКО из других регионов. Подробности прямо сейчас. Вопрос экологии – это вопрос развития Тверского региона как туристического кластера, так и территории для жизни будущих поколений. А потому к вопросу сбора, хранения и переработки твердых коммунальных отходов нужно подходить со всей серьезностью, уверен губернатор Тверской области Игорь Руденя. Хорошим подспорьем в этой работе стало принятое на областном уровне решение создать единого регионального оператора в сфере обращения с ТКО. Таковым в Верхневолжье стал Тверь спецавтохозяйства. Мы считаем одним из достижений стабилизацию и не повышение тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов для населения, потому что тоже понимаем, что нужно определенное время, переходный период, чтобы перейти вот с такой постсоветской модели на новую современную модель. На сегодняшний день в рамках федерального проекта «Чистая страна» по ликвидации свалок в границах населенных пунктов разработана проектная документация, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы. Ожидается, что в ближайшее время начнется работа по рекультивации свалок в Кимрах и Нелидове. На эти цели будут также выделены деньги со стороны федерального центра. Началась разработка проекта рекультивации свалок в городе Балабое и в Калининском районе. Существенный вклад в повышение качества жизни, конечно же, в нашей территории, это вносится проектом охраны окружающей среды, федеральных проектов оздоровления Волги и чистая вода в рамках национального проекта «Экология». Также Игорь Руденя коснулся темы газификации территории Верхневолжья. Ожидается, что в этом году газ придет в 20 населенных пунктов. Это почти 1500 квартир и домовладений. Будет начата работа по газификации 6 муниципальных образований, где газа не было. Особое внимание к северо-восточным и юго-западным территориям Верхневолжья. Из запланированных на ближайшие 4 года 155 километров газопровода 49,7 километра будут сданы в 2020-м.